Артист – профессия особая, поэтому любимцы публики собирают полные залы. Доказательством тому послужил юбилейный вечер заслуженного артиста России, нашего земляка Владимира Левашова. Свой творческий путь певец начал в государственном ансамбле «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Известен как незаурядный аранжировщик и хормейстер народной музыки. Руководит профессиональным коллективом ансамбль «Русской песни распевы». С юбилеем артиста пришли поздравить поклонники, друзья и люди, неравнодушные к искусству. На мероприятие прибыли и официальные лица, чтобы сказать в адрес артиста много теплых слов и вручить подарки. Я хочу пожелать, конечно, здоровья прежде всего. Конечно, любви прежде всего. Конечно, востребованности, потому что для человека это очень важно. Ну, верю, 60. Владимир Васильевич, я вам желаю, чтобы вы не верили и в 70, и в 80, и в 90, и в 100. И всегда радовали нас своим творчеством, с вашим замечательным коллективом. В числе дружеских пожеланий артисты Щелковского драматического театра подготовили шутливое театральное поздравление Владимиру Левашову. О творчестве, детстве, юности и семье артиста зрителям поведал фильм, снятый на основе фотографий любительских и профессиональных видеосъемок разных лет. Вечер поздравлений Владимира Левашова с юбилеем прошел в дружеской атмосфере. Зрители с удовольствием аплодировали и подпевали. Главным подарком артисту стал, конечно же, целиком заполненный зрительный зал. Ольга Аржанова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».